сантиметров, чуть менее объемный и громко играет, чем бумбокс 35 сантиметров, вот, но так по функциям то же самое, то есть Bluetooth, флешка, карта памяти поддерживается, радио встроенное нормально ловит, AUX провод поддерживается, то есть можно через провод там компьютеру, к телефону, к планшету, там, куда угодно, да, от него можно телефон заряжать, то есть как Powerbank работает. Тоже микро-USB зарядка, можно от прикуривателя в машине заряжать, можно там от пауэрбанка на природе, или, там, можно от сети просто одновременно поставить, заряжаться и слушать колонку. Можно коннектить две такие между собой, да, то есть две будут как одна работать в, в единой системе от одного телефона. Вот. Менять режимы, кнопка, да, Bluetooth, радио, там, карта памяти. Менять громкость и переключать треки, громкость меняется долгим нажатием. Остановка мелодии и настройка радио на эту же кнопку в режиме радио. Коннект колонок и включение-выключение. Вот, соответственно, тоже ну, приятная на ощупь, приятная сеточка. Софт-тач какое-то такое покрытие, да, матовое, тоже приятное. Вот, мелкий дождик или капельки выдержит. Полностью воду нельзя погружать. В комплекте идет колонка, AUX, провод microUSB, провод и бумажка. Вилок никаких нету никогда в комплекте. Вот. Но отдельно продаются, в том числе у нас. Соответственно, ну, можно такую подарить кому-нибудь, да, в том числе взрослым людям. Да. Можно, соответственно, поставить где-то в какой-нибудь физической точке в магазине, чтобы и клиенты слушали музыку, и работники, да, повеселее работать. Вот, соответственно, ну, куда-нибудь на рыбалку с собой взять можно. Ну, и так, на природу, в принципе, если не супер огромная компания, да, там 2-3, там 4 человека, тоже раз включили, что-нибудь играет, классно настроение создает. Вот, в общем-то, а так приходите в шоурум, послушаем, подключим с вами несколько моделей, там, да, сколько скажете. Свою музыку включите, хоть Bluetooth, хоть AUX, хоть флешку, да, протестите и уже выберете по своему вкусу, скажем так, да, по своему слуху. Вот, звоните, пишите, буду рад вас видеть.